Немного длиннее получилась эта пауза в связи с необходимостью разложить базовые карты по коробкам, чтобы не перепутать. Я напомню, что базовые карты получают участники получат в соответствии с номером той команды, которую они выбрали. То есть номер команды соответствует номеру блока. По крайней мере, первые 26 блоков будут так распределены. Остальные 6 блоков я буду сортировать для того, чтобы каждый участник получил карты выбранной команды. Эта процедура осуществлена. И если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, следующие 6 блоков откроем достаточно быстро. Это уже блок номер 7. Пакет из него. Вовсю сдаются перед ножницами. Совсем скоро все они будут открыты. Последняя карточка оказывается в коробке, блок номер 7. Смотрим за интересностями. А видим автограф. Это тренер магнитогорского металлурга Илья Воробьев. Второй уже автограф тренера, достаточно хороший результат. Илья Воробьев, металлург Магнитогорск, номер карты 32 из 50. Могу только поздравить обладателя карты, обладательницу, лучше сказать. Далее база. Ну и в очередной раз, седьмой по счету, мы имеем автограф внутри блока. Ну, если весь кейс будет таким, то, думаю, будет отличный результат. Сейчас интересно, будет ли джерси из какой-то новой подсерии. Остались уже только буквы и бирки из того, что не видели. Ну, пока только автограф один. Даже ничего нумерованного я не заметил. Достаточно долго уже ничего нет. Ну, в конце будет интересней, я думаю. Вот я вижу еще одну джерси. На этот раз это подсерия «Запад-Восток». Федор Малыхин из «Автомобилиста». Отличный кусок. Шов тут какой-то такой. Двух из двух частей. По вертикали и по горизонтали идет шов. Такая вот карта. Очень неплохой кусок, все-таки я считаю. Федор Малыхин.
автомобилист, номер карты 67 из 300. Далее остались две параллелки. Пока не вижу ни одной. А вот и первая. Это очередная карта Евгения Медведева, четвертая по счету, из казанского Акбарса, потеря королей хоккея, золотая версия, номер карты 198 из 350. Можно делать ставки, сколько будет в 32 блоках карт Евгения Медведева. Весь тираж или нет. Последние карты. А вот еще одна параллелка. Это Алексей Емелин. Под серия «Два мира, одна игра». Акбарс, Казань. Алексей Емелин. Номер карты 250 из 350. Ну и остатки. В остатках сплошная база. Поэтому самое время перейти к блоку номер 8. Предварительно отложу хиты, чтобы не повредить их случайно. Это образом. А вот и пакеты из 8 блока. Ту же самую процедуру ее с ними Итак, готово. Блок номер 8. Самое время найти в нем 4 хита. Ну или больше. Но пока находится только 4. Еще один автограф рижского «Динамо». Это Робертс Букартс. Третий по счету автограф. Такой достаточно простой росчерк. Номер карты 6 из 50. Это Робертс Букартс, «Динамо», Рига. 8 автограф. 3 из них игроков рижского «Динамо». Ну, хотя бы они не повторяются, в отличие от параллелок Евгения Медведева.
дальше. Ищем интересности. А, находим базу. Много-много базовых карт. К тренерам уже приходится лучше присматриваться, чтобы не пропустить автограф. Хотя один уже был, второй ждать практически бессмысленно. Ну и кроме автографа пока ничего не нахожу. Это временное явление, я так думаю. Так, так, это тоже самая обыкновенная карта. Далее. Тоже пока ничего нумерованного. Совсем немного карт остается. Поздравляю! Обладателя это у нас буква Александра Рязанцева из Северстали. Буква Е, как отлично видно. Замечательная карта. Вот и новая подсерия. Бирку осталось найти, только в этом кейсе. Будет лучший кейс коллекции. Александр Рязанцев, Северсталь. Номер карты 9 из 10. Это буква. Оборотная сторона, извиняюсь. Карточка с буквой фамилии с оригинальной игровой формы Александра Рязанцева. Вот, еще раз посмотрим. Отлично. И что осталось? Осталось две нумерованные параллелки, которые должны быть вот в этой стопке. Неужели пропустил я какую-то параллелку? Вот пока не вижу. Вот первая из них. Это Сергей Гончар, Металлург, Магнитогорск. Под серией «Два мира» одна игра. Номер карты 37 из 350. Сергей Гончар. Магнитогорский Металлург. А вот и вторая нумерованная параллелка. Это Александр Пережогин из «Авангарда». Подсерия «Короли хоккея», конкурс «Короткий буллит», номер карты 258 из 350. Такая вот карта. И далее две базовые. Посмотрим на успехи. Успехи, безусловно, есть. Вот они, две параллелки. «Короли хоккея», Александр Пережогин и Евгений Медведев. «Авангард» и «Акбар», соответственно. Под серией «Два мира» одна игра, также 350 экземпляров. Сергей Гончар, Металлург Магнитогорский, Алексей Емелин, «Акбарс». Две джерси, одна из которых буква. Это Александр Рязанцев, «Северсталь», и Федор Малыхин из «Автомобилиста». И два автографа. Первый – это автограф тренера Ильи Воробьева из Магнитогорского Металлурга, а второй уже привычный автограф рижского Динамо Робертс Букартс. Вот такие у нас два блока. Совсем скоро вернусь еще двумя.